конечно, рядом там с Шамановым, условно, я не стою в плане понимания, в плане класса. Но я... Мне приходится это компенсировать скоростью и благородством лютым. Я знаю, что ты типичный американец, должен обязательно себя унизить. Да. Саша, реально, это какой-то, ну, наверное, талант определенный. Саша, еще раз огромное спасибо тебе. С тобой просто одно удовольствие комментировать. Я столько комплиментов в жизни не слышал, честное слово, поэтому я себя очень неловко чувствую. Но они все искренние. А ты не зануда, ну, например, там, ты гораздо лучше... коммуницируешь, я еще раз повторюсь, с аудиторией. Да, ты уже краснеешь, можно переключиться тогда на партию. Да, я уже покраснел до невозможности.